Roses, кто не знает. Здравствуйте всем, я вас очень рада видеть. Пожалуйста, хочу вас попросить, если у нас есть новенькие люди, которые первый раз зашли сегодня на наш вебинар, на нашу презентацию, пожалуйста, напишите мне пятерочки. Есть у нас новенькие, приглашенные от наших партнеров? Пятерочки поставьте, пожалуйста, если у нас есть такие люди. Я хочу видеть новичков. Ух ты, молодцы. Нина, пятерочка, Мария. Дальше я не понимаю энфизи. Я прошу писать, конечно, имена, чтобы вы знали имена, фамилия. Александра, Италия. Мы приветствуем вас, Елена. Не знаю откуда. Привыкайте. Ольга, Самара. Если вы будете с нами, значит, в следующий раз пишите имя, фамилию. Если пишите, хотите город, страну, замечательно. У нас здесь интернационал полный, поэтому, конечно, мы всегда рады, когда присоединяются к нам новые люди из новых стран или из новых городов. Отлично, значит, новички есть. Все, будем работать. Я сегодня работаю именно для новичков, на наших партнеров. Да? У нас вот такой взаимный, так сказать, взаимообмен. Казахстан, очень рада, Ирина, Людмила из Англии. Да, я приветствую всех. Все, поехали. Да, поехали. Итак, друзья, у нас сегодня очень интересная тема. У нас сегодня наш замечательный круизный клуб «Incruises». Самый умный в мире, элитный международный круизный клуб. Вот такой вот таинственный он был 3 года назад в штате Флорида, в Майами. Один прекрасный человек, который мечтал об этом клубе 25 лет. Эта идея носилась у него в голове. Она была красивой очень мечтой, но этот человек сильный, и он свои мечты всегда воплощал в жизнь. И вот спустя 25 лет ему это удалось, Майклу Хатчесону, которого мы уже очень многие знаем, люди те, которые работают в этом клубе. В частности, вот я уже 3 года вместе с этим клубом, и у нас очень большое количество партнеров, которые тоже или 2,5, или 2, или год, или 1,5, некоторые недавно зашли, постоянно новые присоединяются, и, конечно, мы все больше и больше любим этот клуб и уважаем, и любим, ценим нашего президента за все, что он нам дает. А что же он нам дает в этом замечательном, прекрасном клубе? Ну вот, возможность отправиться в путешествие по всему миру, по 7 морям и океанам, на таких красавцах, на таких белоснежных лайнерах, которые я просто обожаю. И поэтому я с таким удовольствием вам сегодня о них расскажу. И также я расскажу, как мы в нашем клубе можем отправляться в круизы морские по всему миру намного дешевле, чем это предоставляет такую возможность турагентства. Мы даже можем путешествовать бесплатно, абсолютно бесплатно, и это не обман, это не ловушка, это не замануха. Есть такая возможность в нашем клубе, если вы вступите в клуб, есть такая возможность. Очень многое количество наших партнеров уже путешествовало, и членов клуба путешествовало, и продолжает путешествовать абсолютно бесплатно. Ну, а самое, конечно, наша любимая тема – это заработать, путешествуя. Да, представьте себе, друзья, мы в нашем клубе зарабатываем еще и деньги. И причем, скажу вам по секрету, очень-очень большие деньги. Да? О них сегодня я вам тоже постараюсь рассказать. Ну, а немножечко, конечно, о себе расскажу, да, кто я такая, чтобы вы понимали, кто вам это все будет рассказывать. Меня зовут Ирина Ронец. Я родилась на Западной Украине. 23 года назад я переехала в Грецию и живу здесь, в Афинах. Моя любовь к нашему круизному клубу не началась в первый день. Это история моей жизни, о ней я тоже много рассказывала и буду еще рассказывать. Почему? Потому что именно, можно сказать, из Греции я навсегда полюбила, влюбилась в море, которое я обожаю, и считаю, что это самый прекрасный дар Бога на нашей земле.
И именно на море я очень много путешествовала. На яхтах я работала 8 лет в туризме на яхтах в Греции. И тогда я влюбилась в эти круизные путешествия. А без моря я своей жизни вообще не представляю. Я живу здесь близко от моря, и даже сегодня вот купалась. Вот у нас январь, конечно, не жарко. На дворе у нас сейчас, ну, где-то 12 градусов тепла, может, 15, вода холодная, но я люблю даже в январе купаться. Это мне придает энергию, силы, бодрости, здоровья. И потом я заряжаюсь и могу уже беседовать с вами. Ну, в клубе я, конечно, уже 3 года. Я первая русскоязычная, которая зашла в этот клуб. И сейчас у нас уже огромная команда наших единомышленников. И, конечно, я очень-очень этому рада и счастлива. Потому что когда-то, когда я зашла, я немножко боялась, будут ли здесь люди, будут ли наши русскоязычные, потому что в то время наших очень мало было в круизах. Но мне так хотелось донести эту информацию, красивого бизнеса, невероятные возможности, которые дает людям путешествовать по миру, наслаждаться этой жизнью, поменять свою жизнь, получить финансовую свободу, посмотреть на себя с другой стороны, дать себе возможность ту, которую они, может быть, видели только в своих снах. Это все реально. И сейчас я нахожусь на статусе интернациональный директор и являюсь фанатом, яростным фанатом клуба Incruises. Я на секундочку к вам вернусь, потому что меня интересует, видите ли вы мой экран и слышите ли вы меня. Поэтому проверим еще раз, пожалуйста, немножко мне плюсики поставьте, видели ли вы и слышали ли вы все, о чем я говорила до этого момента. Потому что это важно для того, чтобы я была спокойна. Видно, прекрасно, отлично, супер. Спасибо, друзья. Я вас всех люблю. Я знаю, что у нас самая замечательная команда международная. Я знаю, что все сейчас находятся в таком напряжении, нервно-радостном, как я его называю. Почему? Потому что 30 января, потому что завтра последний день. И потому что мы знаем, что все закрывают ранги. У нас каждый месяц новые лидеры выходят на новые ранги. У нас их 7, 7 карьерных рангов, в которых вы можете зарабатывать очень большие суммы денег ежемесячно. И именно сейчас все подтягивают свои команды, все подтягивают свои товарообороты, да, и завтра еще будут многие сидеть до ночи, потому что завтра завершается наш товарооборот, наша продуктивность, наш лидерский бонус, и 1 числа все получат огромные суммы на свои кошельки за январь месяц, а кто-то выйдет на новые ранги, а кто-то первый раз выйдет на ранги, а кто-то только закроет бесплатное членство. Вот так все интересно происходит в нашем клубе. И, конечно, я обожаю наших партнеров за то, что они так трудятся, но им это нравится. А как это может не нравиться? Вот сейчас я вернусь обратно к своим слайдом и продолжу мой рассказ. Итак, о чем я буду сегодня говорить, вы поняли, о круизах. И что дает наш круизный клуб, который родился в Америке, но дает возможность путешествовать по всему миру и работать здесь людям со всего мира, кто пожелает, это не обязательно, но кто пожелает, может иметь свой собственный бизнес. Ну, почему от этого отказываться? Разве вы не хотите путешествовать в такие прекрасные страны, которые я сейчас показываю? Мы имеем путешествия абсолютно по разным материкам, по разным континентам, по разным странам. И я сейчас показываю те страны, в которых я уже практически была с нашими круизами. Только еще не была на Аляске, вот хочу отправиться. У нас такой будет в сентябре круиз замечательный, да? В Дубае, я в Дубае была, но не была из нашего Инкрузеса, а так я была в Америке в 4 круизах, в прекрасных, замечательных, и о них я вам тоже как-нибудь еще в других презентациях расскажу. Я была по Средиземному морю в многих странах, и многие наши партнеры также были с нами везде, где-то кто-то с нами, кто-то не с нами, я имею в виду с нами, с нашей командой, с президентом, он тоже часто в наших круизах бывает с нашей командой интернациональной и делает там наши тренинги. Поэтому, друзья, это настолько красиво. Ну, конечно, и в Париже вы можете быть, конечно, в Гонконге, конечно, и в Азии, и в Нью-Йорке. Вот буквально в декабре мы были в Лас-Вегасе, в Нью-Йорке, по Карибам.
Мы отдыхали там и плавали, наслаждались на пляже. Даже нас лайнер вывозил и оставлял на полдня на пляже. Также мы были по островам Карибским, вот, которые вот как раз вы видели видео от нашего клуба, которое я включала вам перед этим, да, показывали прекрасные острова Сан-Хуан, Пуэрто-Рико и что там еще было, Барбадос. Вот я только оттуда вернулась, и вы знаете, там настолько было сказочно, что я хотела и там остаться жить. А перед этим мы были в ноябре по азиатскому круизу. Шанхай очень красивый, похож на Дубай. Китай очень интересный, Пекин, да. Дальше Япония, Токио. То есть то, о чем я мечтала только когда-то, это все воплотилось в моей жизни. Это все воплотилось уже в тысячи жизней наших партнеров, наших круизеров, которые влюбились в клуб, которые пришли сюда, которые услышали эту информацию, как сегодня слышите вы, которые передали другим людям. И сейчас у них уже возможности путешествовать по всему миру бесплатно. Сейчас у них уже построены команды, и каждый день им идет доход. Давайте сейчас посмотрим, от каких круизных линий, каким образом мы можем путешествовать от нашего клуба InCruises, и чем он уникален, чем он отличается от всех других, например, турагентств или подобных каких-то туристических, может быть, даже клубов, которые тоже предлагают круизов. Я скажу, абсолютно всем отличается, и наша модель единственная в мире. Да, конечно, мы тоже имеем круизы от этих больших, таких огромных лайнеров, от этих самых люксовых круизных линий, которые вы видите на этом слайде. Royal Caribbean, Carnival, Holland America, Costa, MSC Celebrity Cruises, Disney Cruise, Norwegian Princess Cruise. Ну и еще несколько. В нашем круизном поисковике сейчас находятся 15 самых известных круизных линий. Каждая из них имеет по 10, по 20, по 30 уже разных лайнеров. И они осуществляют свои круизные маршруты постоянно, годами, десятилетиями. И каждый год все больше и больше количество людей примыкает к этому круизному отдыху, потому что круизный отдых сейчас вышел на первое место по рейтингу всех видов отдыха, по комфорту, по уюту, по возможности тому, что за короткое время вы можете увидеть намного больше стран, за то, что вы приехали, вас везут дальше, и вы наслаждаетесь прямо в этом таком красивом городе на воде. Это даже не гостиница, это больше, это город, плавучий город, красавец, который имеет полный пансион услуг. И все это мы полностью приобретаем здесь, в нашем клубе. И за всем этим стоит круизная ассоциация Клиа. Вот в центре вы видите ее логотип. Это очень серьезная круизная ассоциация, которая имеет штаб-квартиру в Вашингтоне, но которая контролирует все круизные линии, туристические агентства, те предприятия, которые разрабатывают сервис для этих лайнеров и многое-многое другое. И, конечно же, она контролирует тот процесс, который называется легальностью. И наш клуб имеет там регистрационный номер, который есть на нашем сайте. Вы это все можете проверить. Мы все уже проверяли и не один раз. Все четко подключено, все четко официально юридически оформлено. И все регистрации есть на нашем сайте, также от разных штатов Америки. Поэтому здесь нам работать спокойно, стабильно, надежно. Наш клуб ведет нас вперед в очень светлое будущее. Оно уже у нас для многих людей очень светлое настало, но будет просто блестящим. Как нам говорил наш президент на нашем тренинге в Лас-Вегасе, когда мы были в ноябре месяце, на самом мировом тренинге от лучших бизнес-коучей мира, MLM-предпринимателей, таких же, как и мы с вами, которые создали себя с нуля за несколько лет, стали миллионерами, у некоторых уже есть и по 20, и по 50 миллионов заработанных в год, и они продолжают накапливать свои капиталы. И это, конечно, все благодаря MLM
благодаря хорошим компаниям, которые развиваются путем сетевого маркетинга через сейчас благодаря интернету или же просто делая различные презентации и переводя информацию из уст в уста. То, что взял за основу наш клуб Ingrooses для своей рекламы. Это, поэтому наш клуб называется Smart или умный. Наш клуб именно отличается от туристических агентств, что мы не тратим на рекламу, как турагентство. Мы эти деньги, мы, это наше руководство клуба, наш клуб, отдаем эти деньги вам, обычным людям, которые влюбились в клуб путешествий, которые хотят рассказывать другим и которые за это зарабатывают деньги. Вот именно те деньги из рекламы, именно те деньги, которые идут в компанию за продажи круизов, осуществленных на нашем сайте, и об этом я сегодня тоже расскажу, как это получается. Именно из этого дохода нам платят деньги, поэтому нам здесь очень комфортно. И лайнеры эти настолько красивые, что я просто с огромным наслаждением была то в одном круизе, то в другом. Все шесть лайнеров были от разных компаний, вот мои шесть круизов бесплатные, которые я получила от клуба Ingrooses. И каждый был по-своему красавчик, каждый был настолько шикарный. Там так было приятно находиться. Мне просто хочется жить на этих лайнерах. Я мечтаю о том, что я когда-то не только отправлюсь в кругосветное путешествие на 3 месяца или на 6 месяцев, да, есть и такие уже, но когда-то, может, и буду жить на одном из этих лайнеров. И за все это я скажу, как и мы все вместе с нашими партнерами, говорим спасибо и благодарю каждый день Майклу Хатчесону, этому замечательному человеку, с которым мы вчера вместе вели тренинг для вас, да, и с которым мы часто встречаемся и в круизах, и везде, где у нас есть какие-то возможности, и в наших странах он часто приезжал и приезжает. И он любит так же, как этот клуб, потому что мы лелеем его детище, а детище – это его клуб. И создал он, в первую очередь, для своих детей, у него их 4 и 2 внука, и, конечно, для всего человечества, чтобы дать возможность путешествовать людям более доступным путем, находясь в самом прекрасном отпуске. И этот человек нас очень многому учит. Он является бизнес-коучем также, он является автором бестселлеров Speaking Mastery и других, которые продаются на Амазоне, на eBay миллионами тиражами уже много лет. Он вел передачу на телевидении в Америке, частную передачу 5 лет, интервью с известными людьми, с очень известными людьми. Это в основном были бизнесмены, миллионеры, миллиардеры. И, конечно, он сделал блестящую карьеру еще в компании Тони Робинса, первого гуру, коуча, известного всем в этом мире, и я думаю, что и вам, и также новичкам, которые к нам сегодня зашли. Он работал там 28 лет, с 25 лет, и, конечно, очень многому научился и продвинул компанию Тони Робинса благодаря своему лекторству на 100 миллионов долларов. Поэтому это фантастика, что нам так повезло, и мы сошлись вместе с Майклом Хатчесоном в этом прекрасном клубе, он его нам подарил. Ну, а теперь я вам расскажу о том, что же в этом клубе мы имеем. Мы имеем прекрасный сайт, если будет время и все хорошо со связью, я вам его покажу. На этом сайте мы имеем свой круизный поисковик, свой личный круизный поисковик, который нам дали вот эти круизные линии, о которых я вам рассказывала. То есть нашему руководству удалось заключить соглашение напрямую с этими круизными линиями, минуя всех посредников, имея только лицензию от круизной ассоциации, которая была необходима, и заключив свои эксклюзивные договора, круизные линии дали лучшие цены, намного дешевле цены для нашего клуба за счет того, что клуб придумал свою модель круизного членства и круизных долларов. И сейчас у нас эти круизы сливаются из разных
разных круизных линий в один круизный поисковик, выставленный на сайте. И там сейчас 5000 вариантов. 5000 вариантов круизов по всему миру. Куда вы пожелаете, даже такие круизы, о которых вы и не думали, не мечтали. Я тоже 3 года назад, хотя до того была в многих круизах, но в основном по Средиземному морю на яхтах, да, Я после этого еще на 2 греческих круизных лайнерах. Я, конечно, ну, не думала, что я вот буду вот так жить, хотя мечтала. Я загадывала желания, бросала монетки в море, смотрела на море очень часто, на дневное, на ночное путешествие, видела эти огоньки этих кораблей. Это такая была красота. Я видела, как люди там роскошно отдыхают. И думала о том, что я тоже хочу так отдыхать. Я не хочу просто только работать, да, обслуживая других или рассказывая им об этих островах греческих, в которых мы путешествовали. Это было тоже красиво. Это тоже было красиво. Это была моя ступень переходная в моей жизни. Но я готовилась к будущему, к очень блестящему будущему, который вот нам подарил Incruises. И поэтому оно ждет и вас. Ну а почему именно круизы? Почему мы зациклились, скажем так, и сфокусировались на круизах? Ну потому что это самый лучший комфортный вид отдыха, как я вам уже говорила, занявший 1-е место. Потому что это отель, который вас сопровождает везде, куда он плывет. Вы можете выбирать направление, вы просто пришли с чемоданом, у вас его забрали, в каюту отнесли, и с того момента вы себя чувствуете королем или королевой. Вам убирают шикарную каюту 2 раза в день, очень-очень красиво, все как на витрине. Вас отправляют в лучшие рестораны, и возле вас там бегают и приплясывают всегда с улыбкой сервиторы или официанты. И подают вам очень-очень красивые, очень вкусные блюда. Это все включено у нас, да, в наш круизный ваучер, который мы приобретаем, когда бронируем круиз на нашем круизном поисковике, о котором я вам говорила. И туда входит полное ваше питание на корабле 24 часа в сутки, на столько дней, насколько вы купите себе круиз. Это все уже оплачено будет вами. Ну а какая там кухня интернациональная? От лучших шеф-поваров мира разная. И вы можете подходить в шведский стол и буквально наслаждаться великолепием, выбором, огромным выбором огромного количества разных блюд. Это все настолько вкусно, это все настолько соблазнительно, и это целый день, и вечером вас ждут рестораны, и это тоже все включено, и тоже вам не нужно платить, разве что вы хотите еще что-то экстра себе там заказать, дополнительный, в ресторанах можно еще дополнительно что-то приобрести, ну, конечно, алкоголь это уже тоже мы платим как экстра деньги. Вот, но самое необходимое и самое красивое, все там есть. И за одно и то же время, будучи в этом круизе, то есть если сравнить с классическим отдыхом где-то в отеле, куда вы поедете по путевке, куда едут в основном наши люди, да, ехали, вернее, да, путешествовали в последние годы, ну, в какую-то страну, многие в Египет, вот как-то так, многие там, не знаю, ну, в Италию, может быть, в Турцию, да, в основном в эти страны, куда не нужно было визы и проще нашим людям, ну, и это тоже было замечательно, скажу вам я, но сейчас, если вам предлагается лучший вариант, вам предлагается изысканный вариант, вам предлагается элитный вариант, за те же деньги или намного даже дешевле, то прислушайтесь к нам, мы уже опытные, мы уже эксперты здесь, и мы вам говорим о самом лучшем, мы делимся самым лучшим и тем, что испробовали на себе. И как доказательство вы можете посмотреть информацию от нашего многотысячного коллектива, да, от нашего русскоязычного многотысячного коллектива. У нас в команде уже свыше 23 тысяч русскоязычных только партнеров из 147-150 уже стран практически. Вот так живут наши люди, где захватили все страны, разные страны. И сейчас благодаря интернету мы их вовлекаем в сообщества круизные под названием Incruises.
И здесь мы вместе путешествуем, и здесь мы радуемся друг другу, мы радуемся достижениям наших людей, которые выходят на прекрасные доходы, меняют свои жизни, своих семей, помогают другим. Мы радуемся, когда люди приезжают из круизов и говорят: «Ух ты, настолько было классно, что я снова хочу в круиз». Мы радуемся, когда люди, которые первый раз только едут, и они еще боятся, сомневаются, и говорят: «Ну ладно, я там поеду в один круиз, я больше не буду не платить в круиз, я не буду никого, я вот поеду в один круиз, у меня денег нет, ну вот хоть поеду раз и все, я оставлю клуб». Но когда они едут и они возвращаются, человек меняется, человек вдохновляется, люди становятся совсем другими, они понимают, что есть другая жизнь. Они увидели совсем другие возможности, они поняли, что чем больше они будут путешествовать, тем больше они постигнут в этой жизни, и они смогут жить по-другому. И, конечно же, они все остаются в клубе, и, конечно же, они тогда уже с вдохновением начинают рассказывать другим, и, конечно же, они отправляются и в следующий круиз. Ну и почему бы нет? В нашем клубе это возможно, потому что миссия нашего клуба — это помочь людям со всего мира, кто желает, планировать свой отпуск намного выгоднее, намного доступнее и отправляться в путешествие по лучшей цене. Сейчас я вернусь немножко, у меня слайд пролистался, но этот слайд очень важный. Я на секунду зайду и к вам, чтобы проверить, вы слышали меня и видели ли. Поставьте снова мне плюсики, потому что мне нужно знать это. Вот, все, что я сейчас говорила, видно, поставьте плюсики. Видно было, слышно было. Отлично, я очень рада, потому что это наша вебинарная комната от Incruises, и мы сейчас ее проверяем, она стала работать намного лучше, сейчас уже нет проблем, и я тоже начинаю успокаиваться, потому что я переживала, что будут сбои, да, как в предыдущий раз. Окей, молодцы, спасибо, мы двигаемся дальше. Итак, хорошо, я немножечко вам покажу мои фотографии из моих круизов. Вот немножечко так пролистаю, допустим, у меня на Фейсбуке, у меня масса разных, не знаю, сейчас вам хорошо видно или нет, вот с Майклом Хатчисоном вместе в Украине, вот Нью-Йорк, вот здесь и партнеров очень много у нас других есть, в Лас-Вегасе, да, на форуме. То есть, кто желает, пожалуйста, вы можете в интернете, вот на Голливуде мы, да, с Майклом Джексоном, с кем только мы там не были, да. И, в общем, это чудесно. Это настолько красиво, что просто лучше на свете нет. Я всегда с любовью говорю, что наша компания – это самая лучшая компания в мире, это самый красивый бизнес. Вот с дельфинчиками мы купались, в Мексике мы были, где мы только не были. И всего за 3 года. А еще столько интересного впереди. И, конечно, это презентации наши в разных странах, в разных городах. У нас такие замечательные партнеры. И я сегодня, конечно, очень рада за то, что новые у нас выходят на ранги, и люди передают эстафету другим людям, также и вам. Вам, это новеньким, которые сегодня только зашли. Так, сейчас случайно у меня батарея хочет отключиться, я включила. И перехожу дальше на мои слайды. То есть фотографии можно показывать долго, но у нас презентация. Просто хотела, чтобы вы убедились, что действительно в нашем клубе мы путешествуем, и я тоже была в круизе. Ну, а сейчас, как же вы можете быть в нашем клубе, если вам это все тоже понравилось? И как вы можете отправиться в роскошный круиз по цене намного доступнее, намного дешевле, чем если бы вы этот круиз заказали где-то на стороне у других турагентств? Вот, пожалуйста, у нас есть такая возможность. У нас мы наши круизы оплачиваем круизными долларами. Так называется запатентованная валюта на нашем сайте нашего круизного клуба. Что это за валюта? Что за такая вот магическая валюта? Это валюта, придуманная клубом за то, что вы будете у нас постоянными членами клуба, да, так как это клуб, то здесь придумано членство. А членство что подразумевает? Членство подразумевает, что люди, которые входят в какое-то общество, сообщество, платят какие-то членские взносы за услугу. Вот у нас услуга – это круизы, да, круизы по лучшей цене.
И мы как бы за это членство платим свои взносы. Что это за взносы? Вот 100 долларов. 100 долларов как член клуба вы будете платить ежемесячно, если вы хотите путешествовать в этих круизах по цене намного доступнее. То есть цена вам как члену клуба получится от 30 до 50% дешевле, чем она стоит в турагентстве такого же круиза или чем она стоит на сайте данной круизной линии. Это вы все можете сами сравнить, изучить в интернете. Но за то, что вы будете в нашем клубе, за то, что вы будете платить ежемесячно, пока не станете партнером, например, если захотите, да, вы будете платить ваши 100 долларов и будете постоянным членом клуба, вас за это будет вознаграждать клуб и будет сразу же дарить в ту же минуту, в ту же секунду от себя еще 100 и преобразовывать ваши 100 долларов в 200 круизных долларов. Да, это реальная валюта нашего клуба. И именно за эти круизные доллары вы будете платить в конце, когда забронируете круиз прямо на нашем сайте. Это очень легко. Мы все уже знаем и других обучаем. Или наша поддержка, техническая поддержка нашего клуба, которая работает денно и нощно, там целые департаменты, да, помогает бронировать круизы. Вот. Или же вы сами себе подберете и будете сами себе туроператор, сами себе. Мы не туроператоры никому, мы не продаем круизы, нам даже это не нужно делать, нам даже запрещает наша компания. Мы просто рекламируем клуб, мы просто партнеры, которые хотят путешествовать бесплатно, рассказывают людям и хотят зарабатывать на этом. А люди сами накапливают себе из месяца в месяц по 200 круизных долларов и заказывают себе те круизы, которые они хотят, и отправляется в путешествие. И если вы будете, например, оплачивать постоянно ваши членские взносы, вы можете не быть партнером. У нас есть две возможности: быть или членом, или партнером, или же и тем, и другим. Это на ваш выбор. От этого, конечно, меняется очень сразу картина ваших возможностей, и об этом мы сегодня поговорим. Но если, скажем, вы не хотите приглашать людей, вы просто будете платить, чтобы накапливать себе на скидку на круизы, в таком случае вас ждет вот такая возможность. Проплачивая по 100 долларов каждый месяц, в первый год вы сможете использовать до 60% своих круизных долларов. Что это значит? Это значит, что если вы, например, 12 месяцев платите по 100 долларов, это 1200 долларов вы выплатите из вашего кармана в клуб, как член клуба, да? Бронировать круиз вы можете уже через 14 месяцев, ой, извините, через 14 дней после того, как вы зашли и оплатили. Такая возможность есть. Это ваш выбор. Когда вы хотите, тогда вы будете бронировать. Но чем дольше как бы вы будете бронировать, вернее, накапливать, тем больше сумма у вас накопится, тем больше у вас получается скидка. И первый год у вас получится, что если вы накопили 2400 долларов, да, потому что 1200 вы заплатили, она удвоилась, значит, у вас будет 2400 круизных долларов. То из этой суммы вы в первый год как член клуба сможете использовать 1440 круизных долларов на ваш любой круиз. Если вы будете продолжать, эта сумма, которая осталась, она остается, вы забронировали круиз, поехали. Дальше у вас еще есть остаток хороший на вашем членском аккаунте, и вы сможете продолжать платить дальше, оно увеличивается на следующий год 70%, потом 80%, потом 90% и 100%. Ну, и вы будете, конечно, очень довольны, потому что 100% это значит, что данный круиз вам будет за полцены или вообще бесплатно. А как же вообще бесплатно? Это значит, что вы не будете платить эти 100 долларов вообще. Представьте себе, в нашем клубе есть такая возможность. Почему у нас такое большое количество людей? Почему к нам каждый день заходят новые люди с очень большой скоростью уже сейчас? У нас просто пестрят регистрации. Я это вижу каждый день с утра до вечера на своих имейлах от клуба Инкрузес. То там, 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 то с разных стран, с разных стран, с разных городов. Я уже не знаю, откуда к нам присоединяются наши новые партнеры, члены. И мы счастливы, да?
Почему? Потому что это нам дает еще больше денег, и мы становимся еще богаче, еще счастливее, мы становимся свободнее, мы можем жить в любой стране и работать через интернет, абсолютно даже на лайнере, там тоже есть интернет. И тоже я вот себе лежала там в своей роскошной каюте с балконом на шикарной кровати, с которой мне не хотелось выходить, или на балкончике, или где-то в джакузи, или где-то еще, или в ресторане. И я свободно могла с телефона пересматривать свою почту или даже с кем-то общаться, потому что там есть интернет. Конечно, он дороже, чем на земле, но наши доходы Винкрузес позволяют нам сейчас уже легко покупать интернет. Еще 3 года или даже 1,5 года назад, вернее, 2 года назад мы еще не покупались в интернет, мы еще боялись, нам казалось, это еще дорого, это еще недоступно. Вот только Майкл Хатчесон, наш президент, покупал, и мы ему втихаря завидовали, потому что мы уезжали отдыхать, а оставляли команды, и они хотели с нами общаться, и мы, конечно, тоже хотели, потому что мы же там оставили как бы свои данные, нам нужно с кем-то поговорить, нам нужно подписать нового партнера в клуб, а тут круиз, а там столько интересного, а там экскурсии, а там танцы, а там театр, да, каждый вечер, и все это включено в нашу программу. И некогда разговаривать по интернету, ну и поэтому и хорошо, что мы тогда не могли покупать. Но сейчас уже мы можем, и мы уже научились и совмещать. Вот, поэтому я вам сейчас хочу рассказать о том, что быть членом клуба у нас, конечно, супер, но еще суперовее и просто несравнимо ни с чем это быть партнером еще и клуба. Ну, а лучше всего, конечно, член-партнер клуба или вместе. Вот именно так я вам рекомендую заходить к нам в клуб. Но варианта есть 3. Вы себе выбирайте, который вам больше по душе подходит на данный момент. В любой момент вы можете доплатить следующую, как бы, возможность и уже стать полноценным. Клуб очень демократичный, клуб очень лояльный, клуб американский. Вы знаете, что там как четко работают законы и отношение к людям, защита людей также, и четко очень работает демократия и возможности для людей. И я это подтверждаю, потому что я сейчас уже вот 4 раза была в Америке за эти 3 года, благодаря также клубу. Благодаря также клубу открыла визу на Америку на 10 лет. Это все благодаря нашему клубу Incruises. И я увидела, насколько там люди открыты, насколько люди действительно помогают друг другу, насколько там благожелательная обстановка в Америке. Поэтому не слушайте то все, что где вам кто-то говорит по СМИ. Вот, езжайте сами, и вы убедитесь сами, что совсем по-другому вы посмотрите. Люди очень хорошо к нам относятся, неважно, с какой мы страны. А в Японии так это вообще, вот я просто очарована этими людьми, этой страной. Это уникальные люди, это инопланетяне, как мы сейчас говорим. Это люди, которые постоянно говорят нам спасибо и кланяются за то, что мы что-то вообще с ними говорим и что-то хотим, чтобы они для нас сделали. Мы не успевали подумать о чем-то, они нам уже предлагали помощь. И с такой благожелательностью, что просто, ну, нужно нам ехать в другие страны, чтобы мы себя меняли, чтобы мы других людей меняли, потому что жизнь наша скоротечна, а нужно жить, успеть красиво. И нужно другим людям помочь, чтобы они тоже смогли пожить красиво и нашу землю тоже сделать намного лучше. Она нам столько много дает, наша прекрасная земля, наша вселенная. Мы тоже должны нести эту миссию, как мы можем, чем мы можем. Поэтому будьте членом партнера за $100 в месяц, и вас отблагодарит компания на 200. Зайдите еще как партнер клуба, вы не пожалеете. Если вы будете любить этот клуб и изучать все, как я вас сам советую с самого начала, и рассказывать людям, вы никогда не пожалеете. Вы оплатите $195 один раз в год за то, чтобы стать партнером, и 95 будете бежать, продлевать на следующие годы, чтобы не потерять это партнерство, эти деньги, которые уже будут под вами сделаны за первый год. И вы скажете: «Бог ты мой, что, почему этот инкрузес не был, когда мне было 20 лет?» Сейчас я говорю себе, я бы настолько много успела в жизни своей сделать за эти годы, но ничего, главное
он пришел в мои 50 лет, и я тоже считаю, что это у меня новая жизнь сейчас началась, и я успею еще много всего увидеть и посмотреть, и также и вы. А за 195 долларов вам просто дарят такой шикарнейший бизнес, такой красивый бизнес, такой мощный бизнес, который вам может принести миллионы долларов. Я не боюсь это говорить. Я это говорила и 3 года назад, и 2 года назад. Даже тренинги у меня есть на нашем канале. Я говорила, объясняла, какое видение здесь у нас есть. У меня есть это видение, потому что я видела эту компанию еще до того, как она пришла, и увидела, когда она пришла. И вижу ее на много лет вперед. И я эти тренинги делала на моем канале. Посмотрите, видение будущих наших миллионеров объясняла, почему здесь будут. И они уже у нас есть. Представьте себе, у нас уже есть долларовые миллионеры даже в нашей русскоязычной команде. Уже 2. И сейчас еще на подходе как минимум 2, это с нашей русскоязычной, а есть еще интернациональные команды, которые также готовят и штампуют своих лидеров-миллионеров, а за ними подтягиваются и другие, тоже на очень хороших доходах. Итак, друзья, приобрести за 195 долларов миллионный бизнес, миллионодолларовый, который будет и миллиардный вскоре. Через несколько лет наша круизная, наш клуб займет монополию, он уже занял монополию в круизной индустрии, в индустрии, которая дает 40 миллиардов товарооборотов в год, свыше 28 миллионов круизеров уже в этом году отправятся в путешествие. Это данные КЛИА, статистика, которая считает все по бухгалтерии, да, это здесь невозможно соврать. Поэтому тут просто нужно бежать в этот бизнес. И, конечно же, не думайте долго, не считайте там разницу 100-200 долларов, оплатите 295-300 долларов всего, и вы станете полноценным, красивым членом, партнером клуба, достойно зайдете в клуб. Я также заходила, хотя меня никто тогда не приглашал, мне просто прислали email из Америки случайно, я все исследовала, изучила, не спала, переводила на русский язык, все было английском, и зашла сразу, не раздумывая, сама на 295 долларов, и даже не думала заходить по-другому, я всегда заходила в бизнесы по максимуму. Только так можешь понять до конца и маркетинг-план, и все возможности, которые дает компания. Ну, а сейчас, мои друзья, я перехожу еще к другой части, к самой интересной тоже для вас части, о круизах. Я немножечко рассказала, о них можно рассказывать бесконечно, бесконечно, поверьте мне, здесь такие темы сказочные, но это, конечно, в другие дни, в другие часы. Или же посмотрите видео на наших каналах, и в том числе на нашем русскоязычном канале нашей команды InCruises Russian Team. Там очень много тоже есть видеоотзывов от разных наших партнеров, которые побывали в круизе. И вы увидите, что наша сказочная жизнь – это действительно реальная жизнь. Ну а сейчас наш маркетинг-план. Маркетинг-план или бизнес-план, даже его так называю, потому что я считаю, что это бизнес, настолько он достойный, настолько он престижный, что я просто, ну, уже не могу говорить маркетинг. Маркетинг-планы были в разных компаниях. Я 12 лет в интернете, уже больше. Я проходила много компаний, я расписывала много маркетингов, читала, я переводила их, я делала презентации, и это были и разные компании, и рекламные, и продуктовые, и даже хайпы. Поэтому там это были маркетинг-планы. А здесь я даже не могу так говорить. Это бизнес-план, потому что он настолько мощный и представляет такую мощную индустрию, что это бизнес-план для меня. Ну и для вас тоже. И так, что этот бизнес-план может нам давать? Как вы можете здесь зарабатывать? А когда вы будете зарабатывать? Когда вы зайдете как и партнер, да, не просто как член клуба, а как партнер, потому что именно партнеры только могут здесь зарабатывать деньги, да, только партнеры, запомните. И только партнеры клуба могут
могут иметь партнерскую ссылку, и только партнеры клуба могут регистрировать других людей. И наш клуб именно клуб только по личному приглашению, поэтому так просто сюда никто не может зайти. У нас клуб элитный, и сюда можно зайти, регистрируясь только по партнерской ссылке того человека, который вам ее даст и который вас сюда пригласит. И поэтому все, что будет под его ссылкой, под этого партнера и под его партнерами, и под его командой, он будет зарабатывать в реальных деньгах. Поэтому что тут думать? $195 за 5 маркетинговых бонусов. Это реальные доллары, которые нам выплачивает компания разными способами, о которых я расскажу. И 5 мощных стимулов, поощрительных стимулов, потому что наш президент очень умный человек вместе со своими соинвесторами, которые ему помогают вести этот бизнес, и программисты, и бухгалтера, и все, и юристы, и эксклюзивные партнеры, и многие-многие другие, которые все считают, подсчитывают и понимают, и где нужно, на какой надавить, да, наш бонус, где нужно людей поощрить, где нужно смотивировать, чтобы люди хотели сюда приглашать, понимаете? Все здесь крутится как колесо. И это колесо, наше колесо успеха. Итак, какие же вы можете зарабатывать деньги, если вы станете партнером или партнером-членом? Лучше так, потому что если вы просто станете партнером за 195, вы будете зарабатывать и вот этот бонус, о котором я говорю, этот первый. Но вы не будете зарабатывать некоторые другие шикарные бонусы, такие, например, как пассивный доход, если вы не станете также членом. И сейчас вы это поймете. Поэтому заходите лучше на 295, и вы не прогадаете. Итак, что вы можете заработать, если вы уже, скажем, стали партнером и предлагаете кому-то зайти по вашей реферальной ссылке? И этот человек тоже услышал меня, услышал других и понял, да, я тоже зайду на 295. Лучше так, чтобы мой спонсор, который мне так красиво рассказал, не потерял вот этот первый бонус. Потому что если вы просто заведете члена клуба, вы будете что-то с этого иметь. Если вы заведете партнера клуба, вы не получите деньги. У вас будут другие поощрения в виде круизных долларов. Но вот этот бонус можно получить только, когда под вас люди будут заходить на 295, как член-партнер. Какие деньги? $50 реальных долларов, которые вам начислят, и вы сможете выводить. И если вы, не останавливаясь, будете дальше приглашать, то за следующего вам заплатят $60, за третьего 70, за четвертого 80, за пятого 90, за шестого члена партнера 100, за седьмого 110, за восьмого 120, за девятого 130, за десятого 150 и за 11, 12, 20, 50 тоже 150. Условие одно, чтобы эти члены-партнеры зашли в один календарный месяц. То есть это новые члены-партнеры. Если они у вас будут заходить каждый месяц, пусть заходят, но с каждого первого числа включается новый календарный месяц, поэтому, естественно, начинается этот бонус снова с $50. Вот. Старайтесь приглашать почаще в один месяц и быстрее, тогда у вас будет больше за каждого человека на $10 больше. Например, если вы 5 человек подключите, вы заработаете за месяц за этот бонус $350. Это означает, что вы уже очень быстро вернули свои вложенные $295 за такой шикарный бизнес, получили 200 круизных, и если эти люди были за один месяц, ваш календарный, компенсационный, то вы еще получите и 250 круизных долларов. Представьте себе, это наш третий бонус. Ну а сейчас пока я расскажу о втором, а второй он в сумме аналогичный первому, мгновенному, да, о котором я говорила. Такие же деньги, такая же сумма, но эти деньги получаете уже не вы, а ваш спонсор за тех людей, которых вы пригласили. Красиво? Интересно? Я думаю, что очень. Это потому, что наш
наше руководство понимает, что мощный бизнес можно построить только в команде, и только дублицируя, и только при помощи друг другу. Поэтому наша задача не просто пригласить и подождать, пока человек оплатил вход, чтобы быстрее забрать свои $50 или 60, и как бы на этом забыть, и расслабиться, и ждать, когда я накоплю круизный доллар, что отправится в круиз. Нет, конечно же, вы зашли как партнер, значит, вы хотите строить бизнес. Поэтому вы будете переживать за ваших партнеров, вы захотите им помочь, вы будете стараться им помочь, чтобы они тоже быстро пригласили. Это же лучше для вас. Помогая им, вы помогаете себе. И вы заработаете такие же деньги за второй наш бонус, еженедельный матчинг-бонусы. С единственной разницей, что ваши люди будут, ваши партнеры получат первый бонус сразу в течение 24 часов и смогут выводить, а вы получите через неделю, при условии, что вы пригласите еще одного личника за эту неделю также и получите 5 баллов. Ну, подробнее вы можете посмотреть на документах нашей компании. Ну, а вот это вот этот продюсер бонус, о котором я говорила, если, скажем, вы 5 уже пригласили, то вам еще дополнительно компания начисляет или дарит 250 круизных долларов на ваши круизы. И вы можете эти круизные доллары потратить на те круизы, которые вам понравились, и забронировать прямо на сайте. Таким образом, вы будете путешествовать намного быстрее, чем просто те члены клуба, которые оплачивают сами по $100, не приглашают людей, как вы помните, да, там было 60%, а здесь уже круизы вы можете практически за месяц или за два заработать, ну, скажем, за месяц. Допустим, вы зашли, да, и за месяц пригласили вот этих 5 человек на 295, вы получили $350 реальных, то есть вы уже отработали свои инвестиции, скажем так, которые вы сюда внесли для себя, любимого, на свой бизнес будущий, да, вы их забрали, вам уже не за что вообще переживать. Вы заработали 200 круизных, как член клуба, и в тот же момент в конце месяца вы заработаете еще и 250 круизных добавочно. У вас уже будет $450 всего за месяц. $450 уже можно потратить на круиз, на хороший круиз. У нас есть круизы разные. Есть круизы и маленькие на 2-5 дней. Они стоят там, некоторые есть даже на один день, я видела, за $60, за $120. Круизных, да, у нас цена такая же, как на сайте лайнера, но учитывая наши круизные и модель членства, она получается нам от 30-50 дешевле или 100% абсолютно бесплатно, если вы партнер и выходите вот на бесплатное членство. То есть параллельно к этому вы еще выходите на бесплатное членство. Что это значит? Это значит, что вы за 5 человек, даже если не просто члены клуба, у нас так было и так остается, наш Майкл Хатчесон ничего не меняет пока, так сказал, что не меняет, потому что мы просили, да, у нас было за 5 членов, у нас есть за 5 членов, но был разговор, что, возможно, все-таки сделают за 5 членов и партнеров, да, чтобы это были люди на 295. Нет, вчера он нам дал ответ, он нас настолько любит, что иногда у него срабатывает вот это вот, ну, как слабость, да, поэтому он отходит шаг назад и говорит, ну, ладно, забирайте уже, пусть уже будет 5 членов клуба, вам достаточно 5 человек на $100, и я вам дарю бесплатное членство. Что это значит? Это значит, что вы освобождаетесь от оплаты вашей, $100 не будете больше платить, а вам будет компания с большой радостью дарить по $200 на ваши круизы. И жизнь начинает играть разными красками, и солнышко светит у вас над головой, и вам плещет море в ваших снах, и вам хочется к нему бежать, и хочется ехать, хочется собирать чемоданы, и вы рассказываете дальше, вы помогаете также своим людям рассказывать другим, и вдруг вы выходите на то, что под вами строится команда. И что это вам даст? Еще один бонус, резидуальный бонус, пассивный доход, как я говорю, да, остаточный доход, который даст вам, ну, скажем, за доход, когда вы можете валяться уже на пляжах, в любых странах, на корабле, на диване, где угодно, и вы за это будете все равно получать деньги, при этом будете, да, потому что под вами команда. Команда, которая будет приглашать других, она будет размножаться, хотите вы этого или нет, у нас размножаются наши члены клуба, не останавливаясь, кого-то немножко где-то тормозят, но все равно потом берут рывок, у кого-то
гонят так, что просто я не успеваю щелкать эти имейлы, смотреть, уже не успеваю, уже рябит в глазах от регистрации, да, кто где под кем уже не понимаю, вот только могу читать. Вот, это означает, что прибавляются деньги. Какие же деньги? Пассивный доход ежемесячно по $5, при том, когда люди оплачивают по $100 членство, они очень хорошо это любят делать, потому что они хотят круизы, хотят получить этот круиз дешевле. И они платят. Не думайте, что не платят. Все активно платят. Или быстренько приглашают по 5 и выходят на бесплатное членство, и все равно. Да, и все равно мы получаем свои деньги. Итак, что вы здесь можете иметь в зависимости от того, на каком вы ранге, потому что этот наш уже бонус нам начисляет в тот момент, вы начинаете получать, когда вы выходите на ранг. Какие ранги? У нас их 7, сейчас я расскажу. Но, соответственно, этим рангом у вас открываются уровни, когда вы можете еще и получать, кроме лидерского бонуса на рангах, вы можете еще получать по этих $5. Вот, например, на первом ранге по $5 до 2 уровня, на втором ранге до 5, на 10, на, вернее, на каком там, национальный директор, интернациональный до 10 и так дальше. То есть все, что мы можем получать, это до 20 уровней вниз. Когда человек начинает, ему кажется страшно, ой, да тут вот такие маленькие деньги по $5, вы мне что-то такое говорите, что за $5 вообще сегодня можно купить? Ничего, скажу им, вам даже кофе в Греции, то стоит дороже. Вот, но тем не менее, если эти люди проплачивают ежемесячно, вы их получаете ежемесячно, и эти люди приглашают, вы просто сами уже не поймете, как у вас увеличивается количество людей под вами, а ширина неограниченная. 20 уровней глубину и ширина неограниченная – это десятки тысяч долларов. Да, говорит наш президент Майкл Хатчесон, которого вы видите здесь, на этом снимке в Киеве. В прошлом году мы проводили тысячную презентацию в Киеве на сцене. Нас было много, за нами огромная команда, вы видите, за Майклом Хатчесоном. Это все мы, наши лидеры. Лидеры из разных стран посижали сюда, и у нас они проводят сейчас, и проводят. Им настолько нравится этот бизнес, что они просто во сне уже проводят даже презентации, я тоже иногда. Вот, поэтому, а почему не проводитесь? Эта компания им дарит шикарный отдых и такие красивые деньги, даже деньги я уже называю здесь не просто большие, а красивые. И для этого у нас есть 7 директорских рангов, то есть вы еще будете очень красиво называться, у вас будут титулы, которые на вас будут смотреть с большим уважением, вам будет президент вручать персональные значки, на котором будут надписи, на каком статусе вы сейчас ранге, да, и это означает не просто значок, это означает не просто сертификат, который нам тоже вручает. Это не означает просто часы Rolex за 25 тысяч долларов от компании за то, что вы сделали шикарный товарооборот, а это означает, что это деньги каждый месяц. Каждый месяц вливаются деньги в ваш дом. Итак, какие же деньги, какие же ранги? 7 директорских рангов, это уже очень серьезно, у нас очень много директоров, вот у нас чат мы сделали только для директоров, у нас там уже около 300 директоров, только наших русскоязычных, сейчас там, за этот январь месяц вольются еще, не знаю, наверное, сотня. Это точно, потому что бьем рекорды каждый месяц, удваиваем. В этом году мы должны утраивать ежемесячно. Так нам сказал, дал задание вчера президент на нашем тренинге. Вы все слышали, да? Кто не слышал, увидите в ваших кабинетах. Давайте немножко покажу таблицу. Это те же ранги, о которых я говорила. И что вы здесь реально можете зарабатывать, при каком условии? Значит, здесь... Например, первый ранг вы можете получить, когда под вами 30 человек. Вы должны сделать вместе с этими 30 людьми, членами клуба, это те люди, которые по $100 платили, да, здесь так учитывается наш товарооборот, 30 человек, 30 членов клуба по $100 платят, и компания хочет, чтобы мы сделали, каждый, кто хочет иметь этот ранг, 3000 товарооборотов в месяц, это как раз 30 человек.
Что вы за это получите? Вы получите за это лидерский бонус, это отдельный бонус, это наш пятый бонус, да, реальных денег, реальных долларов, которые мы получаем 1-го числа за предыдущий месяц. Нам подводит статистику, мы все ее видим, все в напряжении сидят сейчас, считают, кто-то уже вышел на свои ранги и уже получил, кто-то считает еще последние вот дни, часы, дорабатывает, дописывает людей, потому что ему там чуть-чуть не хватает, там 200, 300 или 1000 баллов, но он сделает, я знаю. Вот, если не в этом месте, на следующий, у нас все, кто хочет настойчиво, бьют в одну точку, все выходят. Настолько этот бизнес простой. Да, на самом деле он такой простой, просто нужно бить в одну точку и желательно каждый день. Тогда вы и быстрее, вот как дятел делает дырку, да, в дереве дупло. Вот так и мы дятлы в нашем MLM-маркетинге, в нашем MLM-бизнесе, но мы знаем, почему мы дятлы. Мы себе строчим там такое наше дупло, и чем глубже и шире оно будет, тем больше денег туда поместится. Это наш сейф нашей будущей, шикарной, блестящей жизни, в которой мы должны одеть черные очки, чтобы не ослепнуть. Так нам сказал президент Лас-Вегасе. Мы все приготовили, у меня уже их несколько есть. Вот, главное дупло сделать поглубже и пошире. Итак, 3000 товарооборот, вы получите $300. Это будет ваша зарплата плюс пассив $150 по $5 из 30 человек и ваш доход $450 ежемесячно, кроме всех остальных тех первых бонусов за личных, да, о которых я говорила, ну и плюс круизные доллары. Вот, дальше. Ваша команда работает, размножается, дублицируется, увеличивается, растет под вами. Даже если вы только 5 человек пригласили, но они работают, вы можете выйти на следующий сеньор маркетинг директор. Это $1000 каждый месяц, плюс $500 пассива, $1500, и вы в шоколаде. Вы уже в шоколаде. В таком еще пока желтеньком, но уже сверкаете. И уже у вас стабильность жизни. $1500 – это хорошая сумма в любой стране. Вот, и не говорите мне, что нет. Я живу в Европе много лет, и я понимаю, какие здесь доходы и какие здесь расходы. Вот, и $1500, чтобы здесь заработать, тоже не у всех всегда есть. И тоже люди за этим гонятся. Поэтому даже если на этот ранг вы выйдете, Винкрузес и плюс путешествие бесплатно. Все, это уже сказка вашей жизни. Но она не остановится, потому что ваши люди под вами будут все равно работать, даже если вы остановитесь. И они все равно вам позвонят какой-то день звоночек и скажут: елки, ты что там сидишь, лежишь? Я тебя уже обогнал, у меня уже денег намного больше, хотя ты мой спонсор. А ну давай включайся, или вы сами увидите. Да неужели он обогнал? Елки-палки, чего же я лежу? Надо срочно что-то делать, надо мне дорабатывать другую ногу, потому что я уже хочу, я уже могу иметь 3,5 тысячи долларов на региональном директоре или 5000, 2,5, 7,5 на национальном директоре. Да, я хочу называться интернациональным директором. Это 10 тысяч долларов бонус лидерские 1-го числа. Это 5 тысяч пассивного дохода. Но я вам скажу, это не 5, это может быть 15. Может быть и 20. Вот, у меня 18 в этом месяце пассивного только дохода. Представьте себе, на статусе интернациональный плюс 10 тысяч на лидерском, да? Вот, ну, конечно же, зачем останавливаться, если там можно взять миллион? Идем дальше. К экзекутив-директору 25 тысяч долларов плюс пассивный доход. Вот, и это всего 2500 в вашей команде. Ну, и, конечно, звезда всех звезд – это борт в директор или член совета директоров, последний статус, 55 тысяч долларов за 5500 людей в вашей команде. Это не так много. У нас здесь миллионы будут скоро, и мы будем миллиардерами. Вот, и будем, огромное количество людей будет именно вот в члены совета директоров, потому что круизы не пропадут, потому что круизы – это ниша, которая развивается, потому что каждый год строятся новые корабли, и в этом году очень много, потому что каждый год на 1,5-2 миллиона увеличивается количество пассажиров, и люди, которые уже были в круизах, они не хотят больше по-другому отдыхать. Там настолько все развита технологии, каждый год внедряет что-то более и более интересное. И, конечно же, мы будем путешествовать только в наших круизах. Ну,
Ну, естественно, я так бегло рассказываю, есть у нас там еще 40% ответки, да, чтобы лидерский бонус заработать, это вы уже, пожалуйста, посмотрите другие презентации или со спонсором, поговорите, вам нюансы, детали расскажет любой спонсор. У нас все уже щелкают под зубов все. Вот, потому что у нас презентация ежедневно, какой-то лидер, наш замечательный ли спикер, мы оттачиваем наше мастерство, ораторское искусство, которое тоже нас обучает наш президент этому. И мы также и за это благодарны, так как в клубе нам настолько интересно не просто зарабатывать, не просто отдыхать, путешествовать, а мы здесь развиваемся, постоянно развиваемся. Мы развиваем себя как личность, как лидеры, как ораторы, как спикеры, как большие директора, которые будут нести очень красивую миссию в массы международные, менять жизни стран, а не просто людей. То, что я сейчас говорю, это может быть громко звучит, но вы запомните эти мои слова. Мы будем менять жизни стран, а не просто людей. Сейчас мы меняем жизни людей, но мы будем, благодаря Инкрузес, менять жизни наших стран. И наша вся планета будет жить намного лучше. Вы вспомните меня какой-то день. Итак, сейчас я обращаюсь к нашим новичкам. Как вы можете заработать здесь быстрый стимул старт? Вот, скажем, вам все понравилось, и вы хотите стартовать. И, конечно, стартуйте, не ждите, не тратьте просто время своей жизни бесцельно. Вот, она вам подарена для красивой жизни. И вступаете, и приглашаете. И что вы можете иметь? Вы можете иметь намного больше денег, быстрее, чем те, которые будут выжидать, которые будут просто члены клуба, которые скажут, я когда поеду в круиз, я тогда кому-то расскажу. Сейчас я боюсь кому-то говорить. Меня засмеют. Вы что? Вы должны с гордостью об этом говорить. Вам будут завидовать, скажут, да ну, да ты что там? Ты был там в круизе или там были другие, которые были? А вы скажете, я еще не был, но я увидел, сколько людей там было, и как это красиво. Ну как я мог сюда не зайти? Вы что? Да лучше варианта нет в этой жизни, поэтому говорите сразу, как только вступите в клуб и не теряйте время. Это будет для вас лучшим вариантом. В этом случае, если вы пригласите 5 членов, партнеров клуба, которые зайдут на 295, как я вам рассказывала, да, вы получите ваши $350 мгновенного бонуса. И вы, конечно же, очень быстро выйдете на ранг, потому что эти люди для быстрого старта, а дается он вам на 3 месяца, аж на 90 дней, чтобы вы его выполнили. Что вы должны сделать? Построить команду в 30 человек. 5 вы, они по 5 каждый. И вот вам тридцатка, ваша золотая тридцатка, которая будет фундамент вашей будущей блестящей команды. И эта команда в 30 человек даст вам первый ранг, о котором я говорила, маркетинг-директор. То есть ваша команда сделает товарооборот $3000, и вы получите еще $300 в конце месяца и будете называться уже маркетинг-директором. Естественно, вы еще и получите по 250 круизных долларов за этих 5 членов клуба. И плюс к этому вам подарит компания $700, специальный бонус. Почему? Просто потому, что вы быстро трудились в самом начале, потому что вы умный, такой же умный, как и наша компания. Действуете быстро. И вы создаете быстро результат для самого себя, для будущей команды, для клуба. И за это вас поощряет. И вы эти $700 дополнительно будете получать еще 3 месяца. За то, что вы продержитесь на этом ранге и не слетите. Вот такой замечательный бизнес-план нашего клуба. Хотя тут есть еще два промоушена, так сказать, дополнительные, да, но я хочу вернуться к вам уже, потому что я долго говорю, так, где вы там у меня есть. Вот, да, вы меня видели, слышали, я сейчас с вами. Да, супер. Ну, отлично. Вы хотите, чтобы я еще вам рассказала о быстром старте? О, нет, о быстром старте рассказала. Вот и все, в принципе, наши доходы. Есть еще некоторые очень хорошие конфетки для наших людей, и новичков, и старичков. Я имею в виду наши системы круизные доллары. Если у вас есть еще терпение, время, то, пожалуйста, я могу продолжить. Если нет, то я могу закончить и перейти к вашим вопросам и ответить на них. Что вы хотите мне продолжать? Вам было интересно? Вы хотите послушать, да?
Слышали? Давайте пока такая небольшая разминочка, и время есть. Окей, пока я пойму, что вы хотите, напишите мне, пожалуйста, кто у нас уже здесь из партнеров, находящихся, здесь вижу, у нас 126 человек в комнате, кто имеет бесплатное членство? Пожалуйста, напишите десятки. Бесплатное членство, это значит, сами не платят 100, получают по 200 круизных. Десятки все, кто на бесплатном членстве. Пожалуйста, десятки, десятки. Я хочу, чтобы наши новички видели, что я говорю правду, что у нас есть такие люди, что у нас таких людей много. Это только у нас сегодня 120 человек зашло, у нас, естественно, не заходят каждый день все одни и те же, потому что все заняты, тем более конец месяца, но, тем не менее, и те, которые зашли, по 10 человек, и я в том числе, да, я свое бесплатное членство заработала не сразу, на третий месяц, ну, потому что я начинала одна, я вначале не приглашала, я переводила, да, это было сложно. Вот сейчас люди у нас из-за один день, которые выходят на бесплатное членство, да, 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 десятки пошли, я очень радуюсь, я за всех радуюсь. Ну, конечно, я сейчас пока не буду спрашивать, кто на каких рангах, какие доходы, ну, потому что тут будет опять минут 10-15 будете писать, я знаю. Вот, хотите, потом в конце напишите, давайте я вернусь немножечко, продолжу, да. Я сейчас хочу, для новеньких это очень тоже будет важно, интересно, я сейчас вернусь на мой показ экрана, да-да-да, можете продолжать писать десятки, кто желает, потом посмотрим в конце, я отвечу на ваши вопросы. Сейчас я возвращаюсь к нашему кабинету. Итак, вот наш кабинет для новичков. Сайт, я думаю, что вы видели, да, потому что, ну, вас кто-то пригласил, вам дали ссылку, и вы как начинается сайт, вы видели, там есть видео красивые, можете посмотреть, там рассказывается все, да, есть партнерство членства, кстати, я очень рада, потому что я это все переводила и смогла до вас донести, вот, да, и я очень болею за эту компанию душой и телом, и не сплю иногда, и делаю для всех нас, потому что, ну, когда ты любишь то, что делаешь, что ты любишь это с душой, и, конечно же, тогда оно получается намного лучше, поэтому любите то, чем вы занимаетесь, а наш клуб нельзя не любить. Если вы изучите информацию, вникнете, вы просто его так же полюбите, как огромное количество. Итак, сейчас я просто хочу показать немножко вот эти наши круизы, где они есть. Вот, допустим, я сейчас нахожусь у себя в аккаунте, да. Так, вот я покажу круизные доллары, они находятся здесь. Скажем, у меня сейчас почти 3500 круизных долларов. Это те, которые начисляются постоянно. Но, то есть это означает, что я могу сейчас поехать в один, два или три шикарных круиза с балконом, с люкс, и сюита. У нас разные, тут есть внутренние каюты, есть каюты с окном, есть балконом, есть сюиты, есть уже даже двухуровневые каюты, как апартаменты. Ну, в общем, выбор огромнейший. И чем дальше, тем лучше будет. Но просто хочу объяснить, вот где они находятся, эти круизные доллары. То есть, когда вы оплатите 100, вы сразу будете тут 200 круизных иметь, и тут статистика всегда видна. Но я уже была во многих круизах и платила именно из этой суммы, поэтому это у меня не конечная, я 6 круизов уже оплатила, то есть я была в них бесплатно, но вот вы, как видите, азиатский круиз, вот 3,5 с меня списали, да, хотя мне подарили этот круиз, ну просто по статистике мы проплачиваем все равно круизными долларами, поэтому были другие круизы, и здесь они все находятся у нас именно в кабинете. Но я не буду уже это показывать, раз работает хорошо экран, то я в следующий раз на днях проведу, наверное, тренинг по кабинету и вам все детально покажу, так как уже, ну, есть там мое видео, но оно старое, трехлетнее, да, нужно обновить, у нас много всего поменялось, я постараюсь сделать. Сейчас я просто к круизам вернусь. Вот здесь наши круизы находятся. Видите, вот глобальные, которые имеют 5000. Вот мои, это те, которые мы выбираем себе. Вот стимул круиза – это дополнительный промоушен для наших людей и новичков, и старичков, как я говорю, наших, да. Глобальные круизы. Что это такое? Вот они. 5000 круизов вас ждут на Global Destination, глобальные направления. Смотрите, какие. Это Аляска, Азия, Австралия, Канада, Карибы, Медитерранеан, то есть Средиземное море, Европа, Балтийские страны чудесные, где есть норвежские фьорды, вообще очень много красивых скандинавских стран, и даже из Питера есть, да. Или через Питер, или Финляндию. Греческие острова, мои любимые, моя любимая Сандорини, остров любви.
Да, здесь тоже очень красиво. Приезжайте в Грецию, море чудесное. Именно благодаря этому морю и Греции я здесь. Или Инкрузес меня нашел. Вот, поэтому Греции тоже я благодарна, и будьте вы благодарны. Гавайи, да, Гавайи, Бахамы, ой, как там красиво, ой, какие там лазурные берега, там просто райские места. В Мексике тоже райские пляжи, очень много круизов. South America, это Бразилия, Рио-де-Жанейро, Аргентина, Куба, что там еще, я вот там еще не была, наши девочки Венера, Таня, Влади, они были уже, Ирина Тарасенко, были в этом круизе, кажется, 21 день, но это просто сказочно, я им верю, еще не все посмотрела, что они там рассказывают, еще будут нам рассказывать, но вот здесь я еще хочу быть, да, в Бермудске тоже наши уже девочки некоторые были, кто куда, кто куда, вот, это ваш выбор. Как мы здесь работаем с поисковиком, смотрите, мы выбираем круизные направления, куда вы хотите, вы себе подбираете, или по Европе, или по Мексике, или по Америке, куда и хотите, или кругосветные, и задаете в поиске, да, и потом, когда вы задаете в поиске, то вам надо еще найти, можно оставить все круизные линии, если вы не знаете, что вы хотите, вам покажет поисковик все, что есть, допустим, на Европу, на те месяцы, когда вы ищете, вот какие у нас круизные линии, их 15, и в вроде бы кажется, может, и вы слышали, что к нам добавится еще 16-я круизная линия от Ричарда Брэнсона, Virgin. Ну, я пока молчу об этом, пусть будет сюрпризом. Ладно, или, может, это и не так, не знаю. Ну, ладно, не буду об этом. All cruise ships – это корабли. То есть, если мы выбираем какую-нибудь линию круизную, Celebrity Cruises, вот мы были в азиатском круизе, очень красивая линия, то, например, у нее вот столько кораблей. Вот мы были на Celebrity Millennium, да, очень красивые все места, это порты, вот смотрите, сколько портов, откуда только они отправляются, везде, где есть порты, у нас есть доступ к этим круизам, и все на нашем сайте, здесь мы можем даты выбирать, на какие, вот видите, по декабрь 2020 у нас уже выставлены круизы на этом сети, на этом круизном поисковике от наших круизных, от этих круизных линий, которые с нами дружат, нас любят, мы их тоже. Мы им поставляем большое количество круизеров постоянных, да, вот, они нам дают прекрасные круизы, и наш Майкл их преобразует за полцены или бесплатно, благодаря модели членства, а мы об этом рассказываем, и вот все счастливы. Вы поняли? А сейчас еще хочу показать стимул круизы. Вот стимул круизы – это 35 круизов, отобранные вручную нашей компанией. Вот я показываю их. Видите, какие красивые, какие разные, какие направления интересные, да? Эти круизы вы можете выиграть. Это вы можете выиграть как партнеры, если вы будете приглашать людей, которые вам это сделать помогут, то вы можете выиграть любой из этих круизов, или же выиграть круизные доллары больше и быстрее, и потом себе забронировать любой из этих шикарнейших, красивых мечт-круизы, как мы их называем, да, уже забрали это слово, просто называем стимул, поощрительные круизы за красивый наш, за наш труд. За наш труд мы трудимся тут день и ночь. Мы так тяжело трудимся. Мы рассказываем об этом удивительном мире круизных путешествий. И за это мы зарабатываем денежки. И нам еще дают в награду вот эти круизы. Вот, пожалуйста, здесь есть слайды. Вы тоже можете с ними ознакомиться. Как вы можете выиграть дополнительно круизные доллары, чтобы, вот, допустим, заказать, забронировать именно эти, отобранные вручную от клуба круизы. Эти круизы, как написано здесь, можно заказывать как групповые, максимум 25 кают на круиз. И можете отправиться даже и с вашими партнерами, да, с командами. Но заработать их смогут не все, а те, которые выйдут на, скажем, на второй ранг, сеньор маркетинг-директор. Кто меньше, пока их не сможет заработать. Но в принципе, тот, кто заработает, будет иметь право заплатить своими деньгами, если захочет, круизными, и взять с собой в каюту, может, и меньшего по статусу партнера. Это уже ваше дело, ваша воля. Вот что вы можете заработать. Если вы будете, заработаете, да,
как это сейчас я тоже вам покажу на слайдах. Но сначала что вы можете заработать? Если вы на сеньор маркетинг-директор выйдете, да, в любой месяц, вы сразу получите 350 круизных долларов на эти круизы. Если вы выйдете на оригинальный директор, да, в какой-то месяц, значит, вы получите 750 круизных долларов. Национальный директор 1500 круизных долларов. Вам добавочно подарит клуб. Представляете себе, ваша команда работает, а вам дарит круизные доллары, чтобы вы отправлялись путешествовать. Где такое есть? Вот на какой работе, в каком бизнесе вас отправляют принудительно в отпуск, да еще самый шикарный. Да на всех я не видела такого. Везде говорят, вы должны работать, когда вы не можете взять отпуск, вы возьмете зимой, когда мне надо, а не когда тебе надо, да. И вообще мне страшно даже говорить о том, о чем я слышала, как люди отправляются в отпуск или не отправляются годами. Есть такие, которые даже тут в Греции по 10 лет не были в отпуске. Вы представляете себе? А тут нас отправляют принудительно, дарят круизные доллары. Вот. И вот интернациональному 2500, если вы выйдете в какой-то месяц, экзекьютив или исполнительный директор или член совета директоров 3500 круизных долларов. Во. Это вообще, да, это вообще. Поэтому, друзья, работайте, рассказывайте красиво о нашем красивом бизнесе. Выращивайте ваши команды и зарабатывайте, и отправляйтесь в путешествие. А потом с таким же восторгом будете рассказывать другим людям, вдохновлять их, потому что именно при вдохновлении, когда оно у нас просыпается и нас заполняет, мы вершим великие дела. И именно тогда люди чувствуют наш заряд, нашу вибрацию энергетическую. Да, я думаю, что сейчас вы слышите ее от меня, которую я вам хочу передать. Я ничего искусственно сейчас не создаю. Я просто говорю правду, потому что так оно и есть. И вы это, наверное, чувствуете. И люди тогда проникаются тем, что мы говорим о том, что есть с любовью, с радостью. И каждый хочет быть счастлив, каждый хочет жить красиво. И почему бы не рассказывать вот так вот легко, если нам даже не нужно продавать эти круизы. Вот, значит, смотрите, поэтому, да, тут пишется о том, что вы сможете эти круизы оплатить и вашими круизными, и доплатить картой, если кому-то не хватит круизных, это можно без проблем. Вы, когда заработаете их, у нас есть supporting cruise, поддержка, да, которая имеет глобальный круизный департамент и помогает бронировать, и вы сможете эти круизные доллары заработать, да. Так, вот, можете просмотреть эти слайды и вперед. Так, что у нас тут еще, что я вам не рассказала? Ага, у нас есть еще такой, вот где он, круиз, сейчас я покажу. Еженедельные топ-производители. Так, я деньги свои вывела сегодня, поэтому я могу показывать кабинет. Там накапало уже что-то быстро. Вот смотрите, у нас есть еще дополнительный такой от компании как бы круизный промоушен, дополнительные круизные доллары, это тем, кто приглашает много личников. Вот смотрите, сейчас у нас Япония, ну, Казахстан, само собой, всегда у нас рвет и мечет, да, впереди планеты все с тех пор, как они к нам присоединились, такая мощнейшая команда, да. Но нас сейчас в последние месяцы перегоняет Корея и Япония. Кстати, в Японии мы были, когда в круизе в ноябре, да, на 2 недели, мы заехали и в Корею, в Японию к нашим партнерам, и там собрали большие залы, японские партнеры тоже сделали первую свою презентацию. Их еще в Корее было человек 700, в Японии еще не было много. В зале у нас там было, я не знаю, сколько у нас там было, 50 человек, ну, может, 100 вместе со всеми и нами, и круизерами, и японцами, и корейцами, и испанцами, всех вместе, и русскими нас, может, было там 100 человек. А сейчас они, с тех пор, как начали работать, я думаю, что скоро они тоже побьют рекорды, потому что очень многие уже вышли на ранги, и японцы очень любят путешествовать, очень любят круизы. Японцы, китайцы, они прям вот даже тут в Греции, я вижу, они приезжают автобусом, их привозят, да, целыми они не ездят по одному, в основном они ездят группами. Ну, большинство это уже люди пенсионного возраста, да, они, хотя и молодых много тоже сейчас. Вот, и они любят очень отдыхать, и
уделяет огромное значение этому. И круизы обожает. И вот они распробовали, поняли наконец-то, что, оказывается, есть такой шедевр, как Incruise Club, и сейчас они тоже очень многие приглашают. И за это что получают? Вот, пожалуйста, начисляются баллы каждую неделю. Это вы можете получать каждую неделю. От 50 долларов до 500 круизных, 50 круизных долларов до 500 круизных долларов дополнительно ко всему остальному, что я вам сегодня наговорила. Вот вы еще можете получить вот любую из этих сумм, если вы будете до конца недели в этом списке, в числе первых 10, потому что тут как бы система видит всех, да, сколько пригласил кто, личников, да, но перегоняет до конца недели 10 человек, у кого больше, да, у кого больше. Также система видит, ну, кто больше там, например, получил денег мгновенного бонуса и матчин. Поэтому уже сама система тут регулирует. Это не делает никто из компаний, никто то вручную не делает. Это все программа. У нас четкое, очень хорошее программное обеспечение от нашего тоже соинвестора, руководителя главного и помощника Майкла Хатчесона, и владельца также Incruises Франка Кадины, который за всем этим следит, управляет, контролирует и также бухгалтерии, и программным обеспечением, это его личные. Поэтому все работает классно, и все нам показывается. Вот тоже, пожалуйста, приглашайте. Вы можете хоть каждую неделю зарабатывать дополнительно еще себе вот эти круизные доллары. И здесь, если вы нажмете, то вы также можете увидеть вот слайды, которые тоже я переводила, кстати. Вот похвалюсь, потому что работа эта занимает у меня очень много времени. Вы не думайте, что это так просто. Я над каждым там думаю словом, предложением. Вот иногда мучаюсь, потому что надо с людьми поговорить, пообщаться, иногда в голове каша, вот, и ночью бывает срочно надо, там, срочно надо, вот, и некогда спать, есть, жить, иногда надо сделать. Но я стараюсь, и даже иногда в круизах, потому что стараюсь донести до вас этот материал на русском, чтобы вам легко работало, чтобы вы приводили новых людей. Поэтому смотрите, вот здесь вы эти слайды найдете, вы можете также их показывать другим. Все, кто у нас уже оплачены, они имеют доступ ко всем этим материалам. Ну, в принципе, все. На сегодня, возвращаясь к вам, закончу, наверное, мою запись, остановлю и перейду сейчас к вам в зал. Так.